Xperia L Sony и замена экрана. Открываем крышку. Забираем телефон. Снимаем панель заднюю. Вот он, экран новый. Разъем его. Давайте его проверим сначала. Достаточно тонкий. Соединили. Ставим батарею. Включаем. Вроде все нормально. Устанавливаем. Снимаем шлейф. Будьте аккуратны, вот здесь находится разъем кабеля. Ну, вот он. Его нужно в первую очередь отстегнуть. Далее снимаем плату. Тачскрин. Разъем тачскрина. Далее нам необходимо будет снять стекло. Греем феном, температуру ставим 350-400. Достаточно. Снимаем снизу. Старайтесь не царапать корпус.
Давайте сверху еще чуть-чуть прогреем. Сняли. Снимаем, отделяем экран от тачскрина. Сняли экран. Очищаем. Остатки экрана у нас тут остались на стекле. Далее, друзья, ставим новый экран, шлейф, разъем внутрь, устанавливаем. Снимаем пластик. Очищаем стекло. Ставим тачскрин. Устанавливаем плату. Разъем антенны соединяем. Сначала. Ставим плату, застегиваем экран. Шлейф, разъем тачскрина. Кабель ставим в свои пазы, чтобы он не болтался у нас. Верхнюю панель. Таким образом, друзья, меняется экран на Xperia L. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И всем удачного дня.